Здравствуйте, друзья! С вами Ежи Сармат. И однажды произошло нечто удивительное в моей жизни. На стриме. Я забыл надеть штаны. И мне пришлось поменять стул и пол. Скучный карлик, абсолютно безумный придурок. Я его разнесу, блять, одним ударом оставлю без зубов. Ёбаный карлик, ты говорил, что я скучный шиз. Но ты забыл, что я однажды ездил в ШИЕС. Ежи Сармат. Йоу. Ежи упал на пол и съел свое говно, вылезал языком, потому что он дебил. Ежи. Надо срать. Ежи, однажды пришел ко мне домой и сказал, что я просто тупой. Я не шарю в Ницше, не понимаю ничего в Марксе. И вообще, я похож на англосакса. И это было действительно плохо. И я сказал ему: Ежи, мне похуй. Он посмотрел мне в глаза, и вдруг прилетела ко мне стрекоза. Я говорю: Ежи, давай отвали, сколько можно, Ежи, ты уничтожаешь меня изнутри, но я могу стереть тебя, посмотри, мне стоит только спеть один припев, и от тебя не останется ничего, Кент. Ежи, реже, где же какашечки, где же по полу растеклись? Это Ежи Сармат, дегенерат, заебал всех вокруг, ты просто карлан, ты просто маленький мальчик, который потерялся в этой истории. Ты думаешь, что ты достойный человек, но это просто иллюзия. Ты не достоин быть здесь. Ежи, реже, йоу! Ежи, здравствуй, я тебе сделаю много рэпчика. Ежи, ты был виноват, ты напал на меня, а после я напал на тебя, бро. Ты думал, ты умный, но ты на самом деле карлик. Я ненавижу тебя, ты маленький карлик. Ёб твою мать, забей, короче. Припев все расскажет тебе. Ежи, ты крутой был когда-то давно, но после ты съел свое говно, и после этого, братан, ты уже никто. Yes, братан, ты уже давно никто. Ежи. Прошу тебя, Ежи, реже. Немножко реже. Ну, чуток реже хотя бы. И тогда, может быть,
Скучный шиз Александр Шадов не будет записывать про тебя диссы. Меня попросили записать дисс на стриме, соответственно, да? Мне заплатили целых 100 рублей, вообще-то 100 рублей, чтобы я уничтожил тебя. И я это сделал. Я тебя уничтожил, как говорится. Ну, как человек, который так хорошо разбирается во фристайлах, может не уничтожить тебя? У меня вопрос, да? Как человек, который, да, мог уничтожить... Ну, победа. Очевидно, да? Разъебал по фактам. Я же с Армата неожиданно. Пиздец. Это хайлайт, короче.